ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد درجيا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرض جاي منكسي سنيجي إستوري جزنا بساني بروك صلى الله عليه وسلم سوينا شنو أوراق إستوري خروج الرسول إلى الطائف. بروك صلى الله عليه وسلم أستوى مكة يفشل صور الطائفة. طائف Это город, в данный момент тоже он существует, от Мекки 80 километров. Когда зульм Курайшита увеличился на пророка, саллиллаху когда остался без защиты после смерти дяди пророка Абу Талиб, и Курайшиты уже не принимали ислам, и пророк, саллиллаху алейху увидел призыв курайшитов, не дает свои плоды. И думал пророк, саллиллаху алейху выйти из Мекки. Может быть, найдется где-нибудь помощников и примет его дават. Пророк, саллиллаху алейху направился в сторону Таифа, город Таиф, который жила в племени Тахиф. Пророк, саллиллаху направился, потому что в находились родственники пророка, وسلم, со стороны молочной матери Халима. Там жили родственники Халима с Саадия. Думал, от них он получит помощь. Вместе с ним был его раб на Хариса, Пешком на ногах. Не было ни верблюда, ни лошади, они прошли этот путь. Это было 10 й год, 3 число, число месяц Шавал, Шауаль месяц после Рамадана, который идет месяц. Когда пророк, саллиллах алейкум, дошел до Тайфа, он сперва пошел старшим этих, этих племеней. три брата были, Абду Ялейл, Ибн Амр ибн Умайр, Масхуд ибн Амр ибн Умайр, Хабиб Ибн Амрма Майр. Это три брата к ним пошел и призвал их к исламу. Они не ответили ему, даже наоборот, а его Дават. Один из них сказал. Я говорит, Разарву, говорит, этот ткан, который покрывал, Каабу, если Аллах тебя не спасал. Не может быть, чтобы Аллах тебя послал в такой степени, отрицал один из них. Второй сказал, Аллах, говорит, другого не нашел, что ли, отправит посланника, кроме тебя. Третий из них сказал, более умный был, он говорит, я ничего не отвечу тебе. Если, говорит, ты посланник Аллаха, тогда, говорит, ты выше этого, и мне опасно ответить тебе. А если говорит, ты наговариваешь на Аллаха, тем более, говорит, не стоит ответ тебе и трое их он трое они отвергли его призыв тогда сказал им пророк сал саллам, если говорит вы не принимаете это ход говорит скройте от меня этого не, не, не говорите никому что я к вам пришел призыв делать и он не хотел чтобы урочители услышали что он пришел к ним призывать еще хуже станет и больше станет они враждовать пророку, саллиллаху алейху Но они этого не сделали. Они рассказали, что к ним пришел Мухаммад, саллиллаху алейху Ему они сказали, выходи из нашего города, выгнали, и наоборот, они на них направили своих детей, своих рабов, начали издеваться над ними, начали камни кидать, даже оба пророка, саллиллаху алейху наполнились кровью. Камнями кидали, оттуда вышли они. Зайдум на Хариса, Аллаху покрывал пророка, саллиллаху скрывал, предстоял, чтобы камни не попадали. Несколько ран получил в голове даже Зайдум на Хариса, Ради Аллаху Оттуда, когда вышли, они остановились, зашли в этот сад,

قلت لقوله صلى الله <سؤال> عليه وسلم اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني او الى عدو ملكته امري ان لم يكن غضب بك علي غضب فلا ابالي ولكن ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله هذا الدعاء للبروك صلى الله عليه وسلم او ماي الله او ماي غاسبود أشكو إليك ضعف قوتي يا أبرشايس كتيبا يا جالايس شطو نسيلة صلابيا وقلة حيلتي من حيلة مالا و مني ماغوش تدلت يا برزيبايو ني وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أو من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى أنت رب المستضعفين

«Если твой гнев нету на меня, не направился твой гнев, я на это не обращаю внимания». Ну, твое прошение более общинное для меня. Я прибегаю к защите, чтобы этот, твой этот, гнев не направился. «О, защити меня, Аллах, Субхан, от твоего гнева». «И ругай меня пока» ты не будешь доволен надо мной. Вала хаула, вала кувата илля билла. Такой дуа сделал пророк, саллиллаху алейху ассалам. Это дуа многие ученые считают достоверным от пророка, саллаллаху алейху ассалам. Некоторые сказали, это слабый, но большинство историк его приводит. И этот хороший хадис. После этого, как после этого дуа сидели, зайдут на Хариса, и пророк, саллаллаху алейху ассалам, устали. Многие

Они сказали, бери этот э, винеград и отнеси им. Поставили на тарелки и отправили им в винеград. Пусть покушают. Аддас это сделал, это раб отнес. И поставили пред пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, взял винеград, и сказал, бисмиллах. Это известно не было среди арабов. Он удивился Аддас и сказал, эти слова говорят. Люди этого города не говорят, не говорят бисмилля. Мы знаем бисмил каллахум, так говорим, но бисмилля не говорят. Он спрашивает, ты откуда? Ты не, не, не с этого города? Он сказал, нет. Пророк сказал, говорит, ты откуда и какая твоя религия? Он сказал, я христианин, я из города Нинова. Нинова это город Ираке. Ты из города праведного человека Юнус ибн Матта? Город Юнус, алейхиссалам. Аддас удивился, «Откуда, говорит, откуда ты знаешь Юнус? Он сказал, это мой брат, он был пророком, и я пророк. Аддас удивленно напал на пророка, начал целовать ее руки, голову, ноги, и ислам принял. Тогда раб, сыновья рабья увидели этого Аддаса, они удивились. Они сказали друг другу, он испортил нашего раба. Когда он ислам принял, он сказал раба, они сказали, Аддас, что с тобой? Почему так сильно целовал его голову, руки, ноги? Он сказал, о мой господин, лучше этого человека на земле другого нету, сказал это И он мне рассказал те вещи, которые не знает, кроме пророк. Они сказали, горе тебе, отдаст по религии лучше, чем его религия. Зачем ты оставляешь свою религию? И пророк, саляму салам вернулся из Мекки,

такой трудный день ты в своей истории встретил, в своей жизни встретил, труднее день, чем я Пророк говорит, да, говорит, я, говорит, встретил труднее этого, этот день был. Тогда, говорит, когда я Ислам призывал Абду Ялейл, и они мне не ответили, и я вернулся, говорит, грустным оттуда. И я, говорит, очнулся, когда дошел до Карла Тогда, говорит, я поднял голову, и там я видел, говорит, сахаба этот, э, тучи, не покрывали, не сделали тен, тучи говорит, тен делают. И там Джибрил, алейхиссалам, и он мне сказал, Аллах, субханаха ва услышал слова твоего народа. И чем они тебе ответили? Аллах, субханаха ва отправил со мной место ангела, который смотрит за этой горы, что ты прикажешь, это ангелы сделают. Тогда, говорит, ангел гор дал мне салам и сказал, я Мухаммад, Залика что ты сделаешь, я сделал, я, я сделал. Что ты мне прикажешь, я сделаю, сказал ангел. Если хочешь, это оба горы, я горы этот весь Мекку за, закрыл, уничтожил этих урашитов, я, я сделаю, сказал. Пророк, саллиллаху алейкум, сказал, بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله نت ج... الله سبحانه وتعالى اذنهم الله سبحانه وتعالى وحده لا يشرك به شيء. не, держат, не люди, из этих людей, которые будут الله سبحانه وتعالى Пророк, саллаху не сделал этого, не приказал а, ангелу гор, чтобы он уничтожил людей Мик. И Аллах, саллаху ответил его дуа. Из этих кафиров, хотя Абу Талиб, ислам не приемлемый кафиром был, из него вышел мусульман Алиб ибн Абу Талиб, Джафир Абу Талиб. От Абу Джахля, который врага Аллаха, от него вышел его сын Икрима, ابن ابي جهل رضي الله عنه وليد بن مغيرة ورق الله كتوري كان اتنو خالد بن وليد اتعاس بن وائل وشع عبر بن العاس مطعم بن عدي اتنو جبير بن مطعم سيت بولي ورقامي الله اتيخ الله سبحانه وتعالى اختي ديت برين الاسلام يعني بولي سبادجي بروك صلى الله عليه وسلم ورنوس مكة سام без защиты. В Мекку зайти невозможно. Тем более они уже услышали, что пророк, вышел из Мекки, поехал в Таев. А пошел в Таев. И зайду на Харис и говорит пророку, как ты в Мекку обратно зайдешь? Они тебя из Мекки выгнали. Пророк, говорит, Аллах сделает из того, что ты видишь, фаража амахража, выход, Аллах мне даст. Аллах, субхану поможет своей религии и возвести эту религию. Потом пророк, саллаху дошел до Хира, отправляет человека, пророк, саллаху из племени Хуза, это был Абдуллах ибн Урайкид, отправляет к Ахнас ибн Шурайку и сказал ему, Мухаммад, саллаху тебе говорит, чтобы ты его под свою защиту взял. Мы знаем, такой ада было у Рашитов, что по защите, если возьмут, ему никто не трогает. Он сказал, Э, Ахна Симду Шурайк отказался. Потом она отправляет Сухейлим на Амру. Он тоже отказался. Потом отправляет пророк, саллиллахи Мута Мут'им ибн Ади, к нему отправляет, чтобы он взял под защиту его. Мут'им сказал, да, я возьму под свою защиту. Скажи Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалам, Абдуллах ибн говорит, иди Мухаммаду, скажи, пусть придет. Вернулся он к пророку, саллиллаху алейхи там эту ночь они привели, второй день утром, мутам на ади, вышел, одел свой военный этот, доспех одел, оружие взял и приказал своим семь, семь они вместе в мечеть зашли, и пророк вместе с ним зашел в мечеть и сказал, делай таваф, я тебя защищаю. Он таваф сделал, и всем своим сыновьям приказал охранять и каждый угол этого дома, чтобы пророку никто не подошел, С вооруженным сыновьям вместе вышел Мутам на и защитил пророка, саллиллаху алейху ассалам. Абу Суфьян, когда этот увидел, подходит к на и говорит, ты просто его защищаешь или ты уже следуешь за ним? Ты ислам принял или просто под свою защиту взял? Мот им сказал, нет, я его под свою защиту взял, не принял, я не ислам. Тогда Абу Суфьян, Абу, и тогда Абу Суфьян отвечает, твой защита никто не портит. Если просто защищаешь, проблем нету. То, что ты защищаешь, мы тоже защищаем, твой этот договор мы сохраняем, сказал Абу Суфьян. Абу Суфьян тоже сидел вместе с Мотом Нади, на Адии, пока не закончится Талаф. Когда пророк от закончился, вместе с ним вернулись они все, Мотам Нади, его сыновья, и Абу Суфьян пошел в свой мажлис. Этот случай случился, Мутам Ади защитил пророка, саллиллаху алейху васалам. Но это не забыл пророк, саллиллаху алейху васалам, когда Курайшитов плен взял Бадр. Пророк, саллиллаху алейху васалам, говорит, если Мутам ади был бы жив и попросил бы он мне сейчас за этих, Натна, этой вонучи, имеется в виду, таких мужчиков, которые он плен взял, за них он попросил бы, чтобы я их освободил без, укуп, укупа. Я, говорит, это сделал бы. Потому что он, когда я с ним тот хорошо поступил, и то, что он с ним сделал, он не забыл. Эта история случилась с пророком, саллиллаху салам. Это был десятый год пророчества до Ижри, до Исра, во саллиллаху алейхи вассалам. Это фрагмент из истории пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Очень трудный момент. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, от трудности вышел из своего города, пошел в другой город, там его плохо встретили, даже это от них ничего не требовал, не приняли, и сам не приняли, но даже сказал, просто скройте от этих урашитов, что я к вам пришел. Это тоже они не сделали, повредили пророка, саллиллаху салам, камнями закидали, Многие даже уже крови были пророка, саллиллаху алейху дети и рабы начали ему камни кидать, и не мог в свой город зайти, кроме под защитой мушрика Мутаюнади. Второе, эта история нам показывает, какой трудности пророк, саллиллаху на себя таскал, чтобы к нам донести эту религию. И на нас большой хак, право пророка, саллиллаху на каждого мусульманина, и пророк, саллиллаху алейху от каждого мусульманина, который принял ислам, получает вознаграждение, потому что он был причиной донести религию до нас что пророк, саллаху оставил Мекку, вышел Паев, это указывает, что эта религия не была не способна только курайшитам. Эта религия была ко всем человечеству, ко всему человечеству. Из этого он курайшиты не приняли, он вышел в другой город, чтобы эту религии донести до людей. Пророк, саллаху говорит, это такой-то семья, не из меня, говорит пророк, саллаху это хотя бы были они родственники его, поистине, Мои друзья и моя семья, это Аллах и праведные мусульмане. Когда он пошел, Таиф, он начал призывать сперва старших из этих племенных та'иф. Если они примут ислам, он знал, это простые люди за ним пойдут. Из-за этого он начал из, э, их э, старших людей, Абдулия, Лейл и Амр, и Хабиб, и они отказались не приняли. После этого, когда они не приняли, пророк Саусам только единственное, что попросил у них, скройте это, не, говорите никому. Это нам указывает не все, что можно скрывать некоторые свои деяния, пока не достигли своей цели. К ним приходит пророк, саллаху Аллах возвышает их. Религиям пришел, и они отвергли. Такой баракат Аллах Субхану Тааля не дал этим людям. Что это указывает? Это указывает прямой путь. Это дар от Аллаха Субхану Тааля, который он дает тем людям, кому он пожелает. От, пророка, саллиллаху сам только донести. А принимать это или не принимать, дать или нет, это от Аллаха Субханаху

Ибн Хариса, ради Аллаху Как мы можем сейчас защитить пророка, саллиллаху Можем защитить, соблюдая сунны пророка, саллиллаху Защищая сунду пророка, وسلم, от бида. Разъясняя людям, какой правильный путь, чтобы люди не заблудились. Этом является, что мы защищаем пророка, саллиллаху то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сделал, после того, как из Таифа вышел и трудности попал, делал дуа. Так должен каждый мусульманин поступать. Какие бы трудности ты ни попал, сразу обращаться к Аллаху Субханаху правдиво, уверенностью, чтобы Аллах Субханаху открыл тебе дорогу, что открыл перед тобой дорогу и выход, в каком бы положении ты ни был. Рабиа, сыновья Рабиа, которые подарил пророку, саллиллаху саллам, подарок, это указывает, что от мушриков можно подарок принимать. Мушрики отдали ему этот виноград, он принял, это указывает, что можно принимать от мушриков подарок. Это, если соседи мушрики тебе какой-то подарок подарили, что это можно кушать, указывает это деяние кроме как если этот день, если их каферов, мушриков, праздничный день, тогда можно принимать или их подарок или нет, из разгласия ученых. Алибна Биталиева принесли подарок день праздника на он покушал. А еще говорит, то, что порезали, это мужчик тот день, не, покушайте. Если когда они принесут какие-то плоды, покушайте, сказал Айша, ради Аллаху, Некоторые сказали, мы будем различать их праздники, религиозных праздников, не будем их подарок принимать, а просто их праздники, свадьба или другие их нерадостные дни, это можно принимать и кушать. Это более такое правильное мнение в Аллаху а Алям. То, что пророк, саллаху алейхи призывал, это отдастся в ислам, и он этот ислам принял, это нам указывает, что мы не должны унизать людей. Это был раб. Праведные, большие люди не приняли ислам, а этот раб, который принес ему этот э, подарок, он его призывал, и он принял ислам. Это указывает Пророк, саллаху. Своим деянием, деянием Пророк, саллассалам, принял ислам Аддас. Он его не без Бисмиллях сказал. Это деяние увидел Аддас и сказал, Здесь эти люди не говорят. Кто то такой, начал интересоваться, он ему рассказал, что я являюсь пророком, саллаллаху алейхи салам, и принял ислам. После Таифа, когда вышел и пришел Джибрил алейхи, стал пророком, саллаллаху алейхи салам, вместе с ним ангел гор, это подарок от Аллаха, субханаху ва тааля, к пророку, саллаллаху алейхи салам. А ответ пророка, саллаллаху алейхи салам, этим ангелам, что оставил их я надеюсь, из них выйдут люди, которые будут говорить «Ла Иляхи ла Это нам указывает цель пророка, саллиллах алейхи, У него цель не было уничтожить этих людей. У него цель была, чтобы эти люди приняли ислам. Хотя он мог бы сказать о злости уничтожить этих людей, они не будут принимать. Это указывает цель пророка, саллиллаху алейхи ва саллам. Он оттуда возвращался по дороге от этой усталости, все равно пророк, саллиллаху алейхи, по дороге молился. Мы знаем, до Исра у Аль-Мираж тоже утром и вечером молился пророк, саллиллах алейхи вассалам. Это указывает, какие бы трудности у нас не были, мы должны возвращаться к Аллаху, Субхану та'ала, возвращаться к намазу, как сказал Джабрил, алейхи салам, пророку, «Я Мухаммад, шарафул му'мин, кияму лейл». Шарафул му'мин, почет верующего человека, это является кияму лейль.

и не приняли. Хотя после этого даже он говорит, Зайд, ради Аллаха, Анху, Аллах Субханху Ва сделает от этой положения, которое ты видишь, о Зайд, положение, с Мекки выгнали, Таиф там с камнями кидали, а тут тоже выгнали пророка, после этого тоже он говорит, Аллах сделает из этой положений, которую ты видишь, фаражан в махража. Выход, выход сделает Аллах Субханаху и Аллах возвысит эту религию и поможет твоему, своему посланнику. Это указывает, что верующий человек, какие бы трудности ни попал в своем призыве, он не должен отчаиваться от милости Аллаха Субханаху Та'аля. Как сказал Абдурахман Ассади, Рахмаллах, отчаивание, этот мадхаб, эта дорога от, отчаивания и лен, эта дорога не знает ислам. Как, какой бы трудности ни попали, Ислам эта дорога не знает. Ни лен, ни отчаянный. И даже Ислам запрещает от этого. После каждой трудности облегчение. После каждой трудности Аллах сделает выход. Аллаху а алям. Вернулся пророк, саллиллаху алейкум, из Пред пророком были три выхода. Первый был уничтожить людей Мекки. Он мог это сделать. Аллах отправил к нему ангел, ангел гор. Этот выбор пророк сам Са сразу убрал. Другой выход, не вернуться в Мекку, пойти в другую местность. Это тоже он этого не сделал. Третий выбор был вернуться в Мекку и продолжить свой дават. Это он это выбрал. Если эти люди не примут этот ислам, но Аллах сделает для него выход из этого. Это третий, выбор он это сделал. После этого выбора Курайшити или Ил же был, кто его защищал, другие молчали, потому что его взяли почетные люди под свою защиту. И эта история, то, что случилось с пророком, Ади, -а его защитил, то, что с ним хорошо, кто поступил, даже это ход был, это мушрик, он этого не забыл, даже после смерти мушрика. Он там говорит, если бы, говорит, был бы Мутамин Ади живой, и поговорил бы со мной, чтобы я отпустил этих вонючих, вонючих людей, имею в виду мужчиков, которые попали в плен, я это сделал бы, говорит. И хадис пророка, саллиллаху алейху салам, «Ман ла юшкиру ла... яшк... яшк... нас, ла Аллах». Кто не благодарит людей, этот человек не будет благодарить Аллаха, субханаху ва алла. Это деяние почетных людей благодарит тех людей, кто хорошо поступил. Какие бы они ни были, даже мушрик, пророк, саллаху это не забыл. Это пророк, саллаху является для нас примером, если кто-то для нас хороший сделал, что мы его не забыли, что мы ему тоже так же ответили. Это короткая история, то, что случилось после смерти Абу, Абу Талиба и Хадиджа, ради Аллаху Анха, Оттуда это вернулся. Этом трудности Аллах Ва Тааля открывает пророку Саллиллаху Алейху еще другой радость, облегчит пророку Саллиллаху Алейху ночью переносит его от байтуль мак э, харама на байтул макдис оттуда Аллах Субханаху Ва Тааля поднял его на небеса, чтобы это было облегчение для пророка Саллиллаху Алейху после всех этих трудностей он ее приблизил к себе, обязал пятикратный намаз. Это все история, иншаллах, рассказываем мы на следующем уроке. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, баракату.